Всех приветствую, господа. Сегодня у нас бложик на лайв-канал по квадроциклу. Кого данная тема интересует, прошу заострить внимание. Кого не интересует, не заостряйте. Сегодня проблема какая? Ближний свет у меня, лампочка сгорела. Габарит горит дальше. От потевания фар. А это изначально было, как купил, все руки не доходили. А здесь у меня габариты не горят, да, один, еще в тот год сгорел. В интернете какие лампочки там стоят, нету никаких. Ну, написано там, хер знает, эти лампы какие. Лучше визуально посмотрю, сейчас сниму. И все, информации не нашел на ютюбе. Хоть бы кто-нибудь фару разобрал, показал, что там, как разбираться. Так что сейчас мы это все дело разберем. Поменяем лампу, посмотрим, что там у меня там какие-то есть. В запасе лампы только фиг знает, какие подойдут, не подойдут. Ну, сейчас покажу, смотрение. Так, включаем зажигание. Габариты. Видим, что один габарит не горит, один горит. Не знаю, видно его там, не видно. Этот не горит. Но это давно так было. Дальше. Ближний свет. Да. Видим, что... О, это дальний... Нет, ближний. Светит как ярко. Здесь габарит. Еле-еле горит, видите? А здесь горит дальний свет. Вообще тут... А, нет. Смотрите, перегорела лампочка и дальнего. Вот зараза. А что-то я на дальний-то не видел. Вот здесь что-то горит еле-еле. Ближний. В общем, здесь что-то все с лампочками, геморрой какой-то. И габариты. В общем, обе фары разбираем. Ёкаламане. Где лампочек набраться? За одним посмотрю сейчас. Время есть. Дожди поливают. Вау, вилы. Думал, съезжу покопаю, сегодня с утра полило. Сейчас дождина прошел. Отмыл там я все. Сейчас как сделаю? Домкрат поставлю. Подниму до домкрат. И с одной стороны колесо скинем, чтобы удобнее все было. Сначала давайте эту разберем. Потом ту. Смотрим, не переключаемся. Что делаем? Есть у меня вот такой домкратик. Опа! Сейчас мы его поднимем. И скинем колеса. Сначала, наверное, что-то у нас комары какие-то. Или мошкара. Беда у нас. Мошка. Сначала комары, по весне клещи. Сейчас мошкара начинается. Так, не скинет его. Не, не должна. Вообще-то. Так. Все, эту потом. Сначала этот скинем. Сейчас колесо открутим. Все спрашивают, какие у меня инструменты. Так, показываю. В гараже у меня, да? Ну, для дома. Вот такой у меня набор инструментов. Обошелся где-то он мне 7 чем-то тысяч. Инструмент проверенный, в плане чем проверенный. Потому что у меня такой уже один наборчик есть. Только не такой чуть-чуть, сейчас покажу. Это вот у меня для дома. В гараже что-то делают. Также у меня шуруповерт Зубр. Аккумуляторный. Для автомобиля, конечно, колеса хрен вы им открутить, я пробовали. Но для мототехники вообще вещь. Заявлено там что-то у нее. В общем. Ньюнометров, что ли, что 120. Конечно, сомневаюсь, но для мототехники также пойдет. А для машины нет. Также у меня есть ключики с трещотками. Набор я купил. Вообще удобно. Здесь трещотки стоят. Ну, кто знает, о чем говорю. Вообще четко. Первый ключ вот такой взял. Запорол. Это у меня уже 2 года этот ключ. Сейчас иногда срабатывает, иногда не срабатывает. Затягивал я гайки очень сильно им. Вообще от души тянул. И, в общем, у меня иногда сейчас стал... Ну, надо его поджимать, когда делается. А если просто свободно, видите, он прокручивается. А если так...
Так что на 15 у меня на квадроцикле есть. Я взял набор, больно мне понравилось. Работать им одни удовольствия, протягивать уже надо вот такими ключами. А если закрутить где-то, подлезть и что-то, вообще рекомендую. Также на квадроцикле у меня вот такой. Почему я взял для дома опять же такой наборчик этой фирмы? Стройкомплект, рекламу сделаю ребятам. Вот у меня на квадроцикле точно такой же у меня. Чемоданчик, только набор поменьше. У меня без ключей рожковых здесь он. Вообще четкий. С собой сюда вожу. И чтобы не тускать не туда, взял для дома себе. Ну и там по работе где-то что-то, если сделаю, своим чемоданчиком. А тот у меня всегда с собой ездит. Ну что, здесь я что сделал? Сейчас покажу. Отмыл все сегодня. Моечку взял, чтобы было приятно обслуживать. Вообще техника должна обслуживаться всегда чистая. Заправилась я, возьмите это. Если кто грязную обслуживает, переучивайтесь. Даже когда технику помоешь, она как-то и по-другому работает. Такое ощущение. Всегда должна чистая быть техника. Тем более в обслуге. Сегодня оператора, ребят, не будет. Будут статистические картинки. Может быть, кое-что на GoPro поснимаю. Но на звук сводить, так не знаю, мало ли буду работать. Буду работать со штатива. Так что не обессудьте. Надеюсь, постараюсь вас не задерживать слишком сильно. Одну сторону только разберем, вторую я уже без съемок буду снимать. Да? Мы сейчас все равно здесь посмотрим, какие лампы везде все стоят. Сейчас кожух скинем, все открутим. Я еще, правда, ни разу это не занимался, уже повторюсь. Но все же, смотрим. О, смотрите, как потеет. Тоже бы разобрать, посмотреть, что там, проклеить все. Здесь тоже немножко потеет. Но это изначально потеет. Так-то у меня вот есть эти ксенон. О, жарит, мама, не горюй. Его нельзя на трассе включать. Сразу же аварийная ситуация. Погода у нас. Что по погоде? Гремит все. Ужасная погода, в общем, ребята. Ужасно там гремит. Сейчас ушло. То придет, то не придет. Так, погнали. Головка нам тут нужна на 17. Без зума будем работать. Я затягиваю нанометрическим ключом. Динамометрическим. 55 ньютонов, как в инструкции. Раньше тянул, мама, не горюй. Сейчас нет, все у меня смазано всегда. Графиточкой я всегда мажу. Ребята, вам тоже рекомендую. Графитовой смазкой всегда, когда что-то обслуживаете, все узлы, всегда смазывайте. Зато раскручивать одно удовольствие. Замечательно вообще все идет. Что-то я до конца не раскручу. Опачка. Колесо сюда. Итак, колодочки новенькие. Все новенькое. О, подшипнику конец приходит, пацаны. Фу. Сейчас покажу. Что-то за одним поди заменить подшипник. Не, сегодня не об этом видео. Давайте потом в следующий раз я заменю его. Да, чуть-чуть гуляет. Между прочим, это родные стоят еще. 14 тысяч наезжено. Еще ни разу не менено. Загулял. У меня... Чем чревато? У меня в тот раз просмотрел это дело. Рассыпался подшипник и заклинил в ступоре. Пришлось что делать? Мы тогда ехали. Далеко от дома клинануло колесо, открутил суппорт, его здесь повесил на проволоку и так ехали. Колесо болталось. Но доехали. Блин, безобразие. Ну, у меня есть подшипников-то до хера. Что-то поменять. Может, сейчас и поменяю за одним. Что, все равно с вас залезок. Пуфик. Ладно, давайте фары посмотрим. Или нет уж. Мне, блин, неохота за 10 дел-то браться. Ладно. Сейчас покажу. Сам процесс. Мне камеру некуда здесь поставить. Видим, что болты идут, да? Вон они. Болтики там, вверху, один болт, и здесь, где-то сбоку, там сейчас подлезу я с фонарем. Откручу колпак и посмотрим, что да как. Весь процесс не буду уж показывать, потому что, говорю, неудобно без оператора. Да и тут никуда подлезти даже. Снял чехол, на двух болтах он держится. Ой, два шурупа и один сюда, 10 вкручиваться. Этот у меня не прикручен был. А муха нету. О, смотрите, что здесь. Ёкаламане, сейчас мне... Я сейчас целиком фару сниму. Видно, сколько грязи. Ну, сейчас сколько здесь очищу все.
И фару, наверное, мы снимем, чтобы ее детально рассмотреть. Супер закрыл, чтобы грязь не наделалась. Так, показываю. Тут резиновые крышки стоят. Они снимаются. И здесь лампочка, отверочка и на зажиме. Все элементарно. Сейчас я лампы достану. Здесь тоже достану. И здесь провода цеплю. И сама фара держится на трех болтах. Раз, два. И вон там третья. И откручу фару. Посмотрим, что она из себя представляет. Можно ли ее вообще проклеить или что-то сделать. Оказывается, откручивать ничего не надо. Смотрите. Она достается. Опачка. Вот и причина. Так, такая лампа у меня есть. Панасониковская. Сейчас принесу, покажу, как она. А, вот здесь она крепится, на этом месте. Это мы нормально. Есть у нас такие запчасти. А вот ближнего, наверное, нету. Придется без фар пока поездить. В общем, три лампочки в фаре стоит. Дальний свет, ближний свет и габариты. Путевые огни или как они там называются. Вот эти две хорошие, с той стороны две перегорели. Хотя, смотрите, парадокс в чем. А, еще сейчас что хотел показать, смотрите. Вот этот габарит стоит вот здесь в фаре. Чтобы его достать, его хер выдернешь. Он оказывается... Сейчас покажу. Секунду. Его надо... Я круглогубцами. Он теми залез. Он стоит вот так. Его надо чпук повернуть. И он из этих усиков выходит. А так его, если будете выдирать аккуратней. Все, хана ему будет. Походу вот здесь вот это попадало. Из-за этого потеря. Потому что здесь защита, да, ни о чем вообще. И герметиком, ну, а хотя герметиком намажешь, потом хер достанешь отсюда. Ладно, пойду я сейчас. Здесь все просто, сейчас еще фару я себе эту сниму. О, походу я и за одним это все сделаю. Суппорта тоже разберу. Все равно погоды нету. Так, такая лампочка у меня есть, такой нету, такой нету. Херово. А, между прочим, что хотел показать-то, смотрите. Снял там, и у меня заработал этот. Сейчас. Ближний включаем. Смотрите, ближний заработал. Еще включаем. Дальний заработал. Здесь только у нас габарит не горит. Габарит на огне, я думаю, сейчас найду кого-нибудь. Там лампочка такая повседневная. Может, даже у меня есть. Так что нам остается только... Ничего не остается, фару только снять, прогерметизировать. Такая лампочка у меня есть, идти не надо. Все. Так, докладываю. Дальний свет. Есть у меня вот такая лампочка на дальний свет. Еще с зимы припасена. Philips. Ездит. Нашел я тут вот такую. Бэушную, правда, но я ее не буду ставить. А, хотя, может, ее сейчас поставлю. И вот у меня еще такая есть. Дальше по габаритам. Нашел еще один. Есть вот такие. Это у меня со скутера. Не знаю, сейчас поставим. Посмотрим, будет ли работать. Есть поярче один, но у меня только один он. Так что все нормально. Сейчас проверю, если работает все, то будем фару снимать. Светодиод работает, но что-то как-то не ярко, мне кажется. Все-таки, наверное, стеклянный поставлю, который стоял. Это тем более вверх будет светить, а мне же надо, чтобы бок он был. Это же габарит. Так, проблема у меня обрисовала. Снял я фару, все, я прочистил ее. Всю. Не смог я раскрутить его здесь. Вот он. Заржавел, зараза. Чего только я не делал. Пришлось вырвать ее. Это вот здесь стояло. На третье крепление. Сейчас заглушил все. На термоклей тут. Посадил, заглушку поставил. А тут нормально, на двух болтах держится здесь. Вообще мертво все. Через резинки все пропущено. Все смазал графитом, все поставил. Все, сейчас лампы ставлю. Здесь я все прочистил. Сейчас это все просохнет. И нормально будет. Так. Ой, провозился я с этой фарой, блин. Сейчас вопросы решал. Чтобы это еще достать, пришлось здесь ухо еще обламывать. Е-мое, ну ладно. Тут жесткости за глаза хватит держаться. Все, собираю сейчас, проверим свет. Все на место ставлю, всю проводку.
Лампочка дальнего света еще сгоревшая. Ёкаламаны. У меня такого нет. Вон, смотрите, контакт отпал, видите? Окислился и отпал. Один есть контакт, второго нету. Я думаю, еще, блин, не горит он. Сижу тут. Ближний есть, оказывается, это дальний-то. А вот эта лампа, это у нас ближний свет. Она рабочая. Ладно, закажу. В город привезу, потом поменяю. Пока на ближнем поищу. Чуть-чуть вам, пацаны, покажу, что происходит. Суппорта меняю. У меня проблема была, гайку надо было раскрутить. Вот такой горелочкой у меня есть. Отжег ее. Так бесполезно. Вон там вороток лежит тем воротком. И еле я ее сдернул. Но у меня постоянно проблема. У нас, видите, не шплинтуется, у нас закусывается. Вот здесь закус. Раз, это распрямляешь. Но я обычно это не делаю. Я просто на синий сажу фиксатор и все. Смотрите, шат какой. Я не знаю, как я ездил. Это, наверное, еще... Колодочки у меня подтерлись. Вообще шат здоровенный. Сейчас это все сбиваю и буду раскручивать. Блин, у меня тут кто-то фиксатором и на резьбу-то намазал. Сейчас еще на эту сбить. Тут шлицы. Не знаю, получится. Но... Ладно, будет, что-нибудь там вам покажу. Что, микрофоны перекрыл? Не перекрыл. Что покажу, что не покажу. В общем, разбираю ступицу, за одним уж разобрал так. Не хотел показывать, думал, ладно. А у меня камеры-то унес. А там у меня GoPro валяется здесь. Думаю, дай-ка я вам покажу. Ладно, сейчас все этапы покажу вкратце. И все. Доездил, блин. Смотрите, даже внутренняя обойма осталась на валу. На шрусе. Подшипник двухрядный. Сбивать стал, вылетело сразу же. Вот еще родной стоит, напоминаю. Так, сейчас мне надо будет его как-то слепить отсюда. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Как ни странно, молоточком тюкнул. Слез. Да, он не должен тут туго сидеть. У меня рычаги гнутые. Это все забываю вам показать. Шаровая Citroёn стоит. Все, а сейчас я буду что делать. Сейчас я сниму стопорное кольцо. Где я тут? Оно видно, вот оно. И... Так, с какой стороны-то? Да, вот туда буду выбивать. Оправочкой. Попробую выбить аккуратненько. Да, в эту сторону. Потому что здесь торец. Сейчас чуть-чуть не брызну водышечкой. Проблема в чем? Заключается, как вот сейчас внешнюю обойму выбить. Как я это делаю? Вот она у меня уже пошла, кто видит. Я вот так забиваю, у меня есть вот такой баллонник. Оправки у меня нету. И стучу по нему. И она у меня вылазит. Сейчас покажу я. Как это? Сейчас вылезать немножко. Все, уже почти выбил. Несколько ударов. Вот она, обойма вылазит. Нет у меня приспособ хитрых. Я еще немножечко поднагрел ее. Может, еще когда садить буду, нагрею, чтобы на холодную. Она у меня подшипник запасной. Марка, что видно? Такая-то подшипничек. У меня их до хрена. Все, сейчас выбью. Будем садить на место. Чтоб легче зашла, я немножечко нагреваю горелочкой. Потом ВДшки внутрь брошу и все. И подшипник туда залетит сам. Такая хитрость у меня. Все. Так. Готово. Дышечку возьму и все. Берем, кладем на часы. Что там у вас видно? Все. У нас водышка стоит, знаешь, сколько? Вот такая бутылочка маленькая. Что-то стоит. Недешево. Я бы сказал. Так. Надо все. И что сейчас? У меня есть вторая правочка от старого подшипника. Что там у вас? GoPro, наверное, нифига не видно. Так, давайте. Не знаю, возьмет, не возьмет.
Главное, по внутренней обойме не чуть-чуть. Так, тебе домой заходит, ребята. Где там у вас видно? Ни хера ведь вы не видите. Главное, не испортить обойму. Ой-ой, я куда залезла. Все. Все. Вот так подшипник залез. Ну все, собираю я нафиг. Вам покажу. То время уже. Мне бы еще вторую фару сегодня сделать. Все, поставил. Чтоб снять ступицу надо, блин, еще амортизатор открутить. То не дают эту сбивать, конус. Все, ставлю амортизатор. Тормозной диск. Потом суппорта тормозные. И как она называется. Навешиваем суппорт, колесо и готово. И, наверное, еще ту сторону сейчас я фару сделаю. Все, собрал. Думал, долго будет. Я первый раз, я вообще целый день не занимался. За час все сделал. Все, накидываю колесо, сейчас еще там этот габаритный огонь поставлю. Лампочку заменю и все. На второй стороне, блин, другая лампочка стоит. Я покажу. Здесь уже кто-то колхозил. Цоколь такой сделал. И что получается? Стояла вот такая лампа. Вот я нашел такую же. Уже советский. Две штуки я нашел. Ну ладно. Сейчас поставлю, посмотрю, горит, не горит. Ёкалманы. Колхоз кто-то сделал. Все, горит. Ее оставлю. Собираем обратно. Ну все, теперь точно все. Как обычно, хотел лампочку поменять. Блин, пол квадроцикла пришлось разобрать. Полезешь менять одно, как обычно, что-нибудь да вылезет. Ладно, всем пока, удачи.